Машина проехала, не увидели там машины или техника, и два человека срочно, по гражданке. Да валите всех нахуй там, ебаный в рот, блядь. Я понял. Тут чего вся деревня в гражданке. Ёбы, блядь. Едет гражданская нахуй, в расход, сука, всех. Понял, нет? Да, понял. Свои ёбы, блядь. Да хоть тут ебать жопа, мы сидим, пиздец, впереди нас село, блядь, ну я не знаю, километров 10, наверное, 15 впереди. Хуль там их группировка 150 тысяч, их ебаный в рот. Нихуя. Хохлов. А нас ебать, здесь, если 3 тысячи есть, это заебись ебать. Хуя, откуда их столько там? Угу. И хуй знает, что ебать делать, что будет нахуй. Они же слева-справа, они же нас в кольцо поход берут нахуй, эти пидоры, теперь мы в обороне ебать. А не наступление. Заебись. Ну да, хуй, около 150 тысяч этих пидоров там. Как-то на какое село называется? Карховка или... Это, короче, под Мариуполем, я хуй знает, короче, какая хуйня. А откуда их там столько, блядь? Не знаю, там около 150 тысяч их. Даже по новостям сказали, а мы здесь стоим. Они же вот заходили же нахуй. Вот недавно хотели этот назад чуть отойти до села, мы... Это мы в пологах стоим, а эти пидоры спереди нас. Бля, меня сам факт смутил, то, что их тут пидоров так много, а нас так мало, и у нас нихуя нет поддержки, ничего. Ни авиации, ни хуя нету.